Видимо, есть смысл отработать с обществом давно назревшие вопросы реформирования местного самоуправления. Прошла пора их рассмотреть. Как минимум, эти органы должны активнее участвовать в решении возникающих вопросов и проблем на местах и проявить инициативу. И только когда мы изучим предложения от общественности, разберемся с партийным законодательством, всей партийной системы, доработаем избирательное законодательство, тогда мы все эти моменты будем сшивать с конституционной реформой, но не наоборот. Конечно, это далеко не все задачи, которые нам предстоит решать.